вербена. Это вербена из семян серии Тускани. Здесь она представлена в горшочках, но опять же, вот ее можно спокойно выращивать в кассетках 28-х. Значит, здесь синяя окраска Тускани старая, уже привычная нам, а это синяя улучшенная. Обратите внимание на высоту растений. Вот это вот, это Improved, Тускани Improved, просто серия Тускани. Обратите внимание на окраску. Немножко вот эта вот Improved, она идет более в фиолетовую, чем в синюю гамму. Вот. Но почему сделали? Потому что пытаемся, чтобы растения были более компактные, без ретардантов, чтобы было хорошее ветвление. Здесь, конечно, синяя Тускани не очень хорошая. Да, еще, соответственно, если не будет синий просто Тускани, выбирайте Тускани синюю Improved. Семена будут. Но это новинка этого года. По-хорошему и серия Тускани, и серия Obsession, они должны быть одинаковой высоты. Ну, оно где-то примерно так и есть. Ну, вербена Тускани на рынке уже давным-давно, поэтому ее здесь очень мало представлено. Obsession тоже мало представлено. Единственное, что вот это вот уникальные новинки из семян. Окраски Twister. Серия Obsession Twister Red. Окраска Obsession Twister Purple. Раньше такую окраску у вербены можно было получить только у вегетативного материала. Сейчас, пожалуйста, в наличии есть семена, опять же, гибрида F1, поэтому если будете пытаться сеять, там будет расщепление в любом случае. Вот. У этих гибридов F1 стабильный и хороший рисунок. Замечательные растения, неприхотливые, устойчивые к жаре, устойчивые к мучнистой росе, к настоящей мучнистой росе, потому что особенно в жарких регионах к концу сезона с двух сторон на растениях появляется такой мучнистый налет, листья становятся коричневыми, сухими. Вот компания Сингента ведет направленную селекцию на защиту вербены от настоящей мучнистой росы. Бальзамин и мара мы защищаем от ложной мучнистой росы, генетически, да, устойчивый гибрид. А вот вербены компании Сингента, причем все и семенные, и вегетативные, мы уже давно их отбираем на устойчивость к настоящей мучнистой росе. Obsession Cascad. Значит, это тоже относительно новая серия. Раньше нормальная ампельная вербена была только из черенков. Сейчас вот, пожалуйста, семенной материал. Вначале они растут вверх, потом растения начинают разрастаться и ветви начинают не спадать. Это ампельное растение. Вот, кстати, в отличие от ампельных петуний, которые на самом деле полуампельные, вербены, я бы сказала, что по габитусу вот в конце сезона они ничуть не уступают растениям из черенков. Единственный недостаток ампельной вербены из черенков, из семян, это то, что ее нужно чистить. Когда она отцветает, растения из семян, они пытаются завязывать семена, забирают лишние силы у растения, не очень это все декоративно, поэтому вербену ампельную из семян лучше обстригать, у нее отцветшие соцветия после цветения. Тогда она будет снова декоративная. Obsession Cascad, Violet Twister. Twister Purple, да, обычный прямо стоячий габитус. Вот вам основное различие. Вот, и если Obsession мы можем сажать в кассетах или там в горшках небольшого диаметра, то вербену Obsession Cascad мы должны выращивать только в горшках. Потому что если мы ее посадим в кассету, она будет тянуться вверх, у нее не будет света, она не сможет нормально сформировать боковые побеги. Тоже габитус растений в зависимости от окрасок. Вот это все, вот до красных серия Obsession Cascad. Она каскадная, но мы видим, что там фиолетовый достаточно хорошо ветвится, синий достаточно хорошо ветвится, белый чуть более прямостоячий, более компактный, хотя это одна серия. Тоже ландшафтным дизайнерам и продавцам нужно знать эти отличия. Есть еще и внутри серии не очень такая высокая однородность, серия новая, она дорабатывается. Вот. Идеальной она станет, я думаю, лет через 5, когда мы там уже улучшим, выберем. Но просто обращайте внимание на разный габитус растений. Ампельную вербену при выращивании ампельных растений желательно либо вы используете ретарданты, либо мы делаем хотя бы одну легкую прищипку, иногда две прищипки. Но если мы делаем у растений прищипку, тогда у нас замедляется развитие растений. Поэтому если нам нужно быстро,
то лучше использовать ретарданты. Здесь, похоже, не успели ретарданты сделать. Ну, прищипку голландцы не делают, у них очень дорог ручной труд. Видите, очень длинные междоузлия. По-хорошему, лучше бы надо было обработать ее недели 4 назад аларом. И лучше бы даже раза 3 ее аларом обработать. Тогда междоузлия будут покороче, но ветвление будет тоже такое же хорошее. Тем не менее, я говорю, это прекрасная альтернатива черенкам, потому что это дешево, это надежно, вы привезли семена, они вот у вас лежат. Их можно использовать на следующий год, а с черенками все гораздо сложнее. Obsession Cascade Scarlet. Тоже, видите, она немножко меньше ветвится. У нее габитус более прямо стоячий по сравнению с синими. Вот еще обратите внимание на Obsession Cascade Scarlet, на растении с алой окраской. Вот здесь, если вы увидите, на лепестках белые линии бывают. Тоже это не должно быть глобально, это должно быть на там процентов 5 растений, но пока что это есть. Это генетические вещи, пока мы от нее не избавились. Но это не вирусы. Вот. Но для декоративности это, конечно, не очень хорошо. Идеально растение должно быть, ну, вот, без вот этих пятен на листьях, на цветках. Но такое есть, просто надо знать. Особенность сорта. Та же самая Obsession Cascade. Те же самые сроки посадки, просто опять же по 3 растения сидят в большом вазоне. Хотите быстрее и декоративнее, сажайте больше растений.